Здравствуйте все, с вами Хулио. Сегодня я продолжу цикл летсплеев по выживанию в игре Creativerse под общим названием Creativerse курс молодого бойца. На прошлом курсе мы с вами собирали рецепты, открывали всевозможные. Так вот у меня там турнепс, репка растет. Один рецепт хочу попробовать. Так, что у нас тут открыто? Открыто вот все блоки у нас теперь есть. Вот. Ну это по мере уже посмотрим, что там получится. Сегодня я хочу попробовать. О, кстати, пчелиные ульи развелись, видите? Точно все работает. Так. Сегодня я хочу попробовать немножко поблагоустроить нашу так называемую халупку. Посмотрим, что получится. Так. Берем лэм. Так, сейчас я пока поскидываю все, чтобы не мешало. Это нам не нужно пока. Так, наверное, не здесь надо. Сейчас. Так. Красители пока сюда куда-нибудь скинем. Так, вот сюда. Так, блоки у нас где-то здесь. Сюда. Сюда. Это заберем пока. Так, это декорации мы их в сторону. Ко всем остальным декорациям. Так, сюда. Это тоже декорации. Так. Это мы сюда положим. Так. Что у нас? Ага, на книжку можно положить на полку. Что у нас тут есть? Рецепт. Этот рецепт... Я впервые такой рецепт встречаю, оказывается. Надо же. Столько времени играл, а рецепт такой ни разу не встречал. Где он у меня? Вот он. Голубой эдоп, то есть голубой глиняная, голубая глиняная стена. Сейчас сделаем. Где у меня тут глиняные блоки? Так, где-то мне, может быть, не есть уже. Видать, так. Вот глиняные блоки. Что для них еще нужно? Так, вроде все есть. Краситель только нужно. Краситель, краситель. Синий краситель. Делаем. Вот красота какая. Да, первый раз у меня такое. Вроде я думал, что все уже пооткрывал давно. Ну ладно. Так, укидываем это. Так, что еще мы можем пока поскидывать? Так, здесь мы вроде все поскидывали. Так. Блоки, блоки, блоки. Листву мы можем сюда скинуть. Этот каньон стоун сюда выкинем. Земля. Земля нам всегда нужна. Оставим пока. Так, деревяшки нужны, песок нужен, что еще мы можем? Так, лаймстоун я хотел взять. Я взял его, собственно. И бедрок. Так, взял. Это нам пока не надо. Это нам пока не надо. Так, это оставим пока. Это пока не надо. Ну, это тоже выкинем пока. Так, делаем вот такую стенку. Сколько мы сможем сделать? Ну вот, пока так, да? Посмотрим, что у нас. Так, на два. Вот этот этаж, пожалуй, сделаем. Что нам стоит? Так. Вот такая красивая стена получается. Да. Красота. Так.
Так, спокойно. Кончились блоки? Ничего. Нет, не кончились. А что у нас такое? А, ясно. Да, бывает. То есть мы попадаем в печку. Вместо того, чтобы ставить блоки. Бывает такое. Сквозь блок, кстати. Очень интересно. Так, так, спокойно, спокойно. Что у нас сегодня так дёргано все? Вот уже что получается. Красиво. Так. Ну, по крайней мере, хоть дом будет привлекательный вид иметь. Вот. А так он пока какой-то такой несуразный. Так. Вот. Сюда мы сейчас дверь поставим. Этот блок пока убирать ни в коем случае нельзя. Но у нас тут вода течет. Я потом это все облагорожу. Так. Кончились блоки. Сейчас мы еще и сделаем. Так, где они у нас? Вот. Так. Вот три стены у нас готовых. Хотя бы первый этаж надземный у нас будет выглядеть хорошо. А дальше уже дело техники и дело времени, как говорится. Так. Оп, лишка. Вот, красиво как получилось. Теперь осталось только полностью лить. Полностью лить у нас где-то есть для пола специальные блоки. Они, конечно, стена, эти блоки, а не пол. Но я их использую для пола конкретно. Сейчас найдем. Лаймстоун. А вот, кстати, у нас... Вот, лаймстоун вол называется. Но я их использую исключительно для пола, чтобы он тоже светлый был. Вот. Сейчас сделаем пол. Так. Угу. Вот такой вот светленький пол будет. Так. Вот тут у нас не очень хорошо получилось. Сейчас я сделаю. Так, пока так, а потом уже заменим все это дело. Так, вообще-то там должны быть, конечно, не такие блоки, вот такие. Вот, стеновые. Вот. Ну, это пока я так оставлю. Так, пол, пол. Конечно, тот блок надо тоже вынимать. Ну ладно, я сейчас вытащу, схожу. Так.
Так, стоп, не то. Вот. А что нам, правда, заменить сразу вот эти вот блоки? Нет, это не так. Вот так. Вот. О. Готов. Стена. Так. Так. Все это достаточно быстро. Так, здесь тоже заменим. Оп, здесь я уже лишку взял. Так. Так, а теперь вот так вот встанем на С и вот так пол заменим. Туда не дотянуться, ну ладно, сейчас сделаем. Так. Так, ну вот, такой вот этаж у нас получился. А где же у нас выход? Должен быть где-нибудь здесь, наверное. Дверь поставим, пожалуй. Сейчас. Благо, двери у нас есть всякие разные на выбор. Так. И в том числе у нас есть даже двери обсидиановые. Тьфу, не обсидиановые. Люмайтовые вроде. Или бодроковые. О, бодроковые. Вот мы ее и поставим, пожалуй. Чтобы к нам создания всякие разные не ходили по ночам. Вот так поставим дверь сюда. Во. Вот. Как-то так. Так, вот здесь на углах я обещал поставить нормальные блоки. Угу. Ну вот. Так, а это у нас. Вот так. Посмотрим, что у нас с этим получилось. А, еще не дозрело, да? Не дозрело. Боюсь уж собирать-то. Ладно, соберем. О, 4 штуки. Так, мы их, пожалуй, на семена. Несколько штучек переделаем. Так, здесь у нас еще тоже пол такой не очень. Так, сколько у нас получается? 2 семя получается из одного. Ну и сейчас и посадим, пожалуй. Ух ты, я как выкопал тут. Нифига себе. Нет, не выкопал, мне показалось. Так, пока еще доступно. Можно посадить. А я что же, я семена-то не взял. Господи. Так, вот они. Так, вот, пускай растут
и 2, 3 мы можем использовать, да, для супа. Сейчас попробуем. Хотел этот суп сделать. Сейчас объясню для чего. Так. Так, сколько у меня есть? 3 турнепса. Нужно еще воды. Воды. Есть вода. И нужно еще что там? А, стружка из желудков. Чизарда. Где-то у нас здесь она была вроде. Материалы. Черт, что. Где хоть они? А, вот они. Так, кухонный процессор. Делаем суп. Так, вода. 2 штуки. Так, турнепс. Надо 4. Ладно. Значит, пока оставим это дело. Выкладываем это сюда, это сюда. Так. Турнепс пока выложим тоже. Ладно, что же делать? Тогда мы вот что пока сделаем. Нам каждый раз с ним бегать, пожалуй, наверное, да? Забрать все это дело туда вниз. Так. Как я и обещал. Так, надо, наверное, на первом этаже все это обустраивать. Нет, лучше здесь. А минус первом, потому что именно. Так. Так. Печки. Раз печка, два печка. Процессоры. Ах, лишку. Так, процессоры. Верстачок, то бишь, сюда. Это у нас телепорт, можно будет потом переставить его. Так. Судочки надо бы, конечно, перенести все. Так, что мы тут можем сделать? Мы тут можем сварганить вот что. Временно. Вот. Чтоб не сваливаться. Так. Оп. Это что? Ну ладно. Оп. Так. И здесь тоже так же. Вот, теперь мы не свалимся. Не свалимся. Ну, вот можно будет, кстати, доделать. И здесь тоже путь будет красивый. Да? Почему бы нет? Так, тут у нас что? Тут у нас стена. Так, у нас будет пол тут. Это у нас пол тоже. Да, да. Так. Так, здесь пока пол нельзя ставить, да? По-моему. Так. Здесь можно. Кровать надо пока убрать. Так, сундучки. Не мешают вроде. Куда? Так, кончились блоки, сейчас наделаем. Так. Вот как бедрок кончился. Сейчас мы его наберем. Так. Сейчас уже вот эти палочки закончатся. Угу, каменные. Очень быстро тоже кончаются, когда строительство веду. Так, стоп, не то. Вот так. Ой, наверное, здесь надо стеклянный блок-то ставить, чтобы было светло. Как же у меня тут так получилось-то? Лишку выхватил. А здесь почему? Ну-ка.
Вот так. Так, здесь надо же стекло тоже ставить, как же я так-то маху дал слегка. Так, кончилось у нас и это тоже. Так, нужны эти палочки. У нас процессоры там внизу. Сейчас мы поставим делать. Так. Этих никогда много не бывает. Каменных палочек. Так. Так, уже что-то есть. Ну, в принципе, они у нас где-то тут есть. Надо просто взять. Так, может быть, вверху в сундуках. Да, наверное. Куда же я их сложу? Внизу, что ли, все же? Так, надо будет наводить порядок, а то что-то как-то вообще непонятно стало. Так, смотрим. На, и нету. А вот есть. Нет, это мои. Так. Нет, значит нет. Нужно отсюда тогда забирать. Так. Делаем блоки. Скоро надо будет клей делать. Так. На пол один. Надо 81 блок. Вот. 9 и 9. Вот если так быстро заменять, то в принципе ничего не утечет. Просто не успеет. Так. Тут надо вот сделать таким вот образом. Вот. Очень быстро. Так. Что ж такое? Вот такой пол у нас красивый тоже получился. Сейчас еще здесь стену, если получится, заменю. Так. Если получится. Что такое? Вот. Угу. Тут на меня уже не хватит. Ну-ка, на сейчас на цифр встану. Попробуем. Вот, получилось. Вот красота. Нормально? Нормально. Совсем другой вид. Так, здесь мы тоже можем поставить вот такой блок. Нет, телепорт я собирался вниз убрать. Давайте уберем его, правда. Так, запомним. Это у нас, ну, в принципе, у нас ведь зацикленный. То есть, цепочка телепортов, которая пещера. Другая пещера. Так, тоже вот здесь в середине поставим.
Так, сразу сделаем вот таким вот образом, чтобы потом не заморачиваться под него. Так, телепорт. Телепорт. Сюда его. Так, домашний телепорт. И у нас на бедрок в пещеру, по-моему. Бедрок. Ой, стоп. Нет, не то. Вот. Вот. Это сюда на место. Так. Ну вот. Это у нас такие вот два телепорта. Мы их можем обозвать, в принципе. Вот. Этот можем обозвать, допустим, север, запад, юг, восток. Не. Вот. Ну, а этот у нас пещера. Caves. Во. Пусть будет так. Так, что еще тут у нас? Ну вот, смотрите, уже как красиво сразу стало. Двери почему-то открыты. Очень странно. Так, вот такой вот красивый беленький светленький домик. Ну, посмотрим, что у нас тут. Так, я так понимаю, что если не брать центральный, то он вроде должен обрастать опять по новой. Сейчас посмотрим. Так, вот пусть будет так, посмотрим, что. На двух тоже растет, не обязательно три. Так. Свинки. В принципе, что я постоянно прыгаю? Мне уже это ни к чему, я могу заходить через дверь нормальным образом. Вот. Все, зашел. Так. Мед. Из меда нам надо делать уже, пожалуй, клей. Клей скоро понадобится в больших количествах. Так, в больших количествах, то есть, фу, куда я пришел? Сюда. Сделаем много, чтобы не потом не заморачиваться, опять же. Так, не жалеем, уголь у нас достаток вполне. Так, что у нас с этими палочками? Хорошо. Каменными палочками. Так, куда их пока можно определить? Вот сюда, наверное, да? Прибудем здесь. Так, с собой возьмем. Так, клей пока оставим. Это нам тоже пока ни к чему, наверное. Где у нас тут земля-то была? Здесь, что ли? Я уж не помню. Надо было укладывать частично. Так, глина. Дерево ставим. Вот это дерево можно выложить. Воду мы сюда вроде положили сюда. Кровать мы должны поставить туда уже вниз. Ни к чему здесь она. Так. Денег не знаю. Здесь, например. А может на том этаже вообще? На первом вот здесь поставим. Будет здесь. Во, пусть стоит на первом этаже. Так, мед выкладываем сюда. Нет, не сюда. Или сюда. Да, он у нас здесь, по-моему, лежал как раз. Да, да, точно. Сюда. Так, земля. Сюда мы что вложим? Вот сюда повыкладываем, да, что? Ух ты, у нас земли сколько, ужас просто. Это потому, что мы тут собирали. Так, как-то так. Ну-ка, соберем сейчас в кучку. Почему-то не собралось деревяшки. Так, и здесь поставим факелы. Здесь поставим, наверное, дерево пока. Пусть будет. Так, грибочки выложим. Где они у нас? Вот здесь. Эти берем. Ну что ж, может попутешествовать немножко. Не знаю даже.
Так, стоп. Так, посмотрим, что у нас тут такое получилось. Фанепс еще не поспел. Так, давайте попутешествуем, ладно? Что нам делать-то пока? Мы путешествовали в прошлый раз на запад, теперь попутешествуем на восток, пожалуй. Так, где у нас нулевой-то? Как раз мы на нем стояли. Вот на нем с ним. Рядом с ним и пойдем. Так. Турнепс у нас пока не поспел. Хотела я попробовать защиту от падения. Ну, ладно, потом попробуем. Тем более, что она действует, я так понимаю, не постоянно же, конечно же. Ну, минут 10, я не знаю. Как обычно все. О, грибочки. Грибочки. А вон какие города там. Ужас. Привет. Пока. Ой. Помню, да, эту пещеру. Когда-то мы с вами в ней охотились. По самому началу. Так. Свинки. Пока мне у вас нужды нет. Можете гулять себе спокойно. Так. Так. Довольно высоко забрались мы. Так. Что у нас? Так. Близко к нулю, да? Да, он где-то вот здесь, по-моему, ноль-то. Ага, вот он, нулевой. Экватор наш любимый. Так. Спокойно. Падать нам ни к чему. Хоть, конечно, здоровье у нас навалом, но все равно. К чему нам? Так. Побежим. Хочу пройти на восток тоже до края. Смотрим, что у нас там есть. Интересно же посмотреть. На мир посмотреть, себя показать. Что называется. Так. Сегодня как-то опять туманно. Очень странно. Так, если мы обогнем эту гору. Вот так вот. Наверное, будет разумней. Так, речка. Так. Грибочков прям, я не знаю, везде растут. Очень хорошо. У них нужды никогда не бывает. Если собирать, конечно, их целенаправленно. Потому что если не собирать, они всегда быстро кончаются. Так. Ладно, пройдем в этот раз мимо. Вот какие мы тут лифи. Осенние. Да, осенние лифи. Агрятся? Ну-ка, проверим. Да. Что ты, милая? Ладно, я прошел. До свидания. Эти агрятся? Не агрятся, только обычные лифи. Вот такие вот. Вот они только убегают. Все остальные злятся, если их трогать. Это какие у нас? Тоже осенние? Тоже осенние, разноцветные какие. Так. Вот это что-то... А, там цветы белые, я помню. Ну, тут вроде они ни для чего не нужны вообще. Было как-то дело, собрал их на всякий случай. А оказалось, что случай даже не представилось, чтобы их использовать. Так. Может, я какого рецепта не знаю еще пока. Посмотрим, ладно. Может быть, вместе откроем. Так, вот уже болотистая местность у нас. Вот. Так. Ага, идет свинки. На всякий случай расчехлим меч. Они очень злобные. Ой, что-то такое, пещера какая. Весьма странная. Ладно, обойдем пока сторону.
Не потому что страшно, а просто потому что неохота, честно говоря, исследовать. Так, это потом мы займемся. Я потому что сейчас решил пройти до конца мира, ну значит этим и займусь. Так, в воду падать безопасно. Так, что у нас тут, по какому мы идем? Так, не по нулевому. Ага, значит нам сюда. Да, точно сюда. Где-то здесь. Во. Вот мы на нулевом. Да? Угу. Так, ну вот теперь строго на восток. Пойдемте, так. Что у нас по карте-то? Сейчас посмотрим. Сейчас откроется что-нибудь, я так думаю. Вот я покажу сейчас, как два квадрата почти одновременно, чтобы открыть можно было. Просто идти надо по конкретно по параллели или по меридиану. Вот, и тогда можно будет шаг вправо, шаг влево, открывается сразу два квадрата. Вот. Сейчас мы открыли какой? Правый. Чуть-чуть влево. Открыли левый его. Хорошо. Видите? Замечательно. В ледяных, в снежных вот таких биомах мы мерзнем. Чтобы согреться, нужно факел иметь. Вот такой, например. Подходим к факелу. Все, он нас греет. Так, тогда мы не замерзнем. Это у нас тайга. Так. Привет, Чизарды. Чижик-пыжик. Как выяснилось. Да. Их так называют. Идем прямо, не сворачиваем. Ну, чуть-чуть, конечно, право-влево, чтобы на всякий случай не стыкаться головой в стену. Вот. Деревяшки. Ну ладно, соберем их с ним. Раз уж лежит на пути, так что же. Грибочки. И, как правило, по 5 примерно бывает. Вот так, стоп, что у нас тут? Так, влево чуть-чуть. Открываем еще. Ага. Отлично. Открыли сразу два квадрата. Вот как-то так. Тихонько. Свинки материализуются прямо из ничего. Из ниоткуда. Нет, все, не буду пока брать эти поленья. О, стоп. Это нам. Где? Только что видел вроде. А, это гриб. Фу. Я думал, что это турнепс. Ну ладно, бог с ним. Встретим турнепс, возьмем обязательно. Потому что что-то у меня никак все не получается его в достаточном количестве сделать. Ну, это надо, конечно, специально заниматься грядками. Я еще не занимался просто. Так. Стоит только заняться, все получится. Так. Это не так сложно заниматься сельским хозяйством. Декоративные грядки где создаются очень легко. Так, чтобы вода между ними не была. Тоже элементарно делается, чтобы вид цельных грядок не в перемешку с водой. Потому что чтобы растения росли, грядки должны соседствовать с водой в обязательном порядке. Но ведь нигде не сказано, как они должны соседствовать. Этим мы потом и воспользуемся. Вот. Так. Так, открыли. Где мы уже находимся? О, уже очень близко. У нас уже 2 часа дня.
Так, что делать? Обходить эту гору? Какая здоровенная-то. Ужас просто. Ладно, будем обходить. Не хочу я лезть туда. Так. Тем более, что там просто так-то еще и не залезешь. Надо копать, чтобы залезть. А так вот можно забраться. Ой, и за ней еще одна. Ну надо же. Так, оп, пещерка. И там тоже что ли пещерка? И там пещерка, надо же. Ну ладно. Так, что-то мы направление-то уже потеряли. Идем на северо-восток. Ладно, я сейчас поправлю. О, где-то тут кипа. Рыбка кипа. Она может на горе, я не знаю. Бог с ним, пока не будем ловить. Сейчас не наша цель. Так. Забежаемся. Что-то усталость накопилась. Так. Забежаемся. Забежаемся. О, как высоко. У-у-у. А тут-то ужас какой. Ну ладно, потом скорректируемся. Бог с ним. Так, здесь не добраться. Придется там идти. Так. Идем, идем, идем. Ну вот как мы можем вылетать высоко. О, какие это росы-то отвесные. Ужас. Как же нам по ним ползать? Да. Придется обходить. Умный в гору не пойдет, называется. Умный в гору обойдет. Ну что же, они тоже не дураки вроде. Ничего-ничего. Девочка, ты не разобьешься. Так, я тебя полечу. Ну, пока рано еще. Так, что у нас тут? У нас тут вот как неудачка какая. Второй квадрат открыть пока невозможно. Ладно. Так, грибы пока собирать тоже не стану. У нас их и хватает. Так. Какие тут вообще горы? Прям, я не знаю, Гималаи. Джомолунгмы. Так не свалиться. Джомолунгмы. Так. А что, Джомолунгмы? Как туда-то нам забраться? Ну, как-то вот так, наверное, да? Попробуем пройти. Вон, а как тут получается, это неудачно. Ладно, сейчас попробуем там и вот там сделать. Так. Да. Ладно, где-то здесь мы примерно заберемся. Вот, тут уже более-менее можно забираться. Так, 5 часов уже дня. Полдня уже ходим. Что такое? Провал. Ладно. Пойдемте туда тогда. А где мы сейчас находимся? Ага. Можно по диагонали пройти, в принципе, чтобы открыть сразу 3 квадрата. Вот. Вот так вот выдержать направление на юго-восток. Посмотрим, что получится.
Орешки-корешки. Физарды. Так. Вон красота какая. О! Арктик миру. Что ты тут делаешь днем-то? Непонятно. Так, смотрим, что у нас тут. Ну, почти. Сейчас увидим, что получилось у нас в итоге. Опять приходится огибать. Да что ж такое, невезуха какая. О, а тут высотищет. Загреметь не встать. Так. Почему у нас так тут высоко-то? Перепрыгнем, что ли? Давайте сиганем. Ущелье какое-то, надо же. А тут что за живописный пейзаж? Нифига. Мы с доброй надежды. Так, что? А, я понял. А если выдержать направление на юг, то мы должны открыть два квадрата сразу. Ну-ка попробуем. Так, только надо спокойно. Так, ну-ка. Спокойно, спокойно. Посмотрим, попробуем. Вот, ну-ка. Чуть правее мы откроем еще. Во, отлично. Что скажешь? Так, теперь нам на восток. Опять. Пески, пески, пески. Привет. Свинки. Оп. Песчаный биом. Так, опять небольшие горки. На каком хоть мы... На какой параллели-то? А, вот. На 37-й. Так, ничего. Нас это удовлетворяет. Слишком... Да, достаточно близко к нулевой. Барашки. Когда-то мы на вас охотились, простите. Мы, конечно, не пацифисты, но животных мы любим и жалеем. Так. Ближе к нулевому это сюда. О, тут у нас осенний лес. Синий лес, посмотрим, что это у нас такое. А, вон, а какие деревья, шикарные кроны. Упасть отсюда, да? О, вообще. А как же я спускаться-то буду? Придется сигать. А, сиганул, чуть не упал. Надо в реку, наверное. Что делать-то? Давайте в реку. О, высоко как. Так. О, ну ладно, тогда вот здесь и пойдем, пожалуй. Как-то так. Сейчас опять эти свинтусы начнут нас подать. Что у нас? Джунгли? Джунгли. Так. Так, джунгли. Так, уже близко к ночи, 9 часов вечера. Так, что такое? Угануло. Так. Спать я ночью не собираюсь, не в моих правилах. Так. Собираемся. Ну, ночное создание уже, да. Такие нам уже не представляют никакого нам вреда и угрозы, то есть. Вот как приходится перебираться. Так, что у нас тут? Чуть правее, да? Надо. О, чуть правее мы открыли еще. Отлично. Пока что следом как... О, хорошо прыгнул. Следом как положено.
Ну вот и злобные свинки. Ладно, я мимо шел. Не нападайте. Я вас пощажу. Ну что? Ой, господи, высота-то какая. Так. Угу. По местам всем стоять. Я прохожу. Как-то так. Хорошо паркурнул. Так. Вот. Ну идите. Не буду я вас трогать нафиг. Не хочу. Не до вас. И ты тоже. Не до тебя. Так. Вот эти ночные лифи очень почему-то сильно злые. Вообще все ночные создания злые. О, это нам надо. Так, что у нас тут? Ну, не богато, но что было? Что было, то было. Да отстань, свинка, все, нафиг тебя. Так, проходим, проходим. Все, всем стоять, я ухожу. Я иду на запад. Что у нас? Саванна, да? Так вот эти деревья-то я посмотрел. Это, в общем, акации называются. Знаешь, такие здоровые. Я думал, что это баобабы. Вот. Так, стоп. Что у нас тут? Нормально, чуть левее. О. Не надо, свинка. Лучше не надо. Ты тоже не надо. Лучше остановитесь. Не ходите за мной. Где я? Ой, так я уж почти у края мира. Господи. Путешествие мое почти заканчивается. Так. Ну что, откуда мы будем строить? Отсюда? Далековато вроде, да? Блин, ну чего, вот чего вам надо? Так. Где у нас ноль? Вот ноль, да? Это уже минус один. Вот ноль. Вот ноль. Вот у нас 81 по уровню моря. Так, включаем вот это. Делаем столбик. Если помните, я всегда делаю на 100 по высоте. Вообще, конечно, надо бы еще повыше по делу-то. Так, что у нас тут? 101. Немножко снимаем. Так, ставим на... Shift, делаем лесенку. Это не лесенка, а вот лесенка. Так. А что я, собственно? Ну, надо вот так лесенку-то делать. Давайте, вы-то что собрались, а? У вас тут что, культ массовое мероприятие? Да что ж это, с вами не так. Так. Давайте попробуем. Так. Спокойно, спокойно, куда? Оп, высоко. Опять. Туда же. Так, ладно. Вот теперь опять встаем, значит, на С. Включаем. Блоки такие. Пойдемте к краю мира. Сколько тут у нас до края, это интересно. Ой, далеко очень. Далеко. Ну ладно. У меня тут блоков-то, в общем-то, еще есть. Вроде запас. Ну-ка.
Да не очень густо вообще-то, но вот такие еще есть. Ладно, посмотрим. Надеюсь, что не будет очень далеко. Зависание мне не надо. Игра. Я телепорт не сделал. Вот это я глупость совершил. Так. А сделать мне сейчас ведь его и нечего совершенно. Да, не хватает обсидиана. Обсидиан, если только сделать печку. Не печку, точнее. Да, надо придется печку, наверное, сделать. Ладно, сейчас посмотрим, что получится. Уж больно неохота ползать-то далеко. Да, дал маху слегка. Кончается, однако кончилось так. Ладно, ставим вот такие. А, у нас еще обычная есть грязь. Ну, сейчас тогда ее земля, точнее земля вот эта, давайте еще ее. Так, пока есть. Потом зеленку поставим. Тут не принципиально, какие блоки ставить. Ну, я вот пока временно такой поставлю, а там посмотрим, что получится. Есть у меня одно видео от края до края мира, с юга на восток полностью. Бегом там где-то за 30 минут, можете посмотреть по Creativerse. Вот там по стеклянному мосту я прохожу. Просто пешком, не бегом. Очень интересно посмотреть на все существующие биомы. Проходя мимо них, там еще животные время от времени попадаются. Так, 3 ночи, 3:30 ночи. Сколько там еще до края-то? Не так много вроде. Так. Посмотрим. Да, это что-то блоков у меня очень много уходит. Очень далеко земля от края. Ну что делать? Так, стоп, нельзя сваливаться. Так, что мы еще сюда поставим? Нет у меня таких. Ну вот я хотя бы еще земляные, вот такие, зеленку поставлю. Еще камень только есть. Если что, камень тогда использую. Не можешь же быть там бесконечно далеко. Так. Вроде уже близко край-то. Сейчас посмотрим. Так, спокойно, спокойно. Так, что ж, не лагай, игра. Фонари есть. Так, так. Отработанным движением, так сказать, ставим блоки, лишь бы не кончились раньше. О, все близко к краю, близко к краю. Туман, вот, 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 видите, уже видно край. Сейчас упрусь попой. О, приперся. Все, ставим фонари. Так. Раз фонарь, два фонарь, три фонарь, четыре фонарь. Все, идем до места, где у нас туман кончается. Это туман постоянный, не тот, который обычно в мире случается. А у края мира всегда постоянный туман. Так, теперь ставим здесь блоки, чтобы поставить тут телепорт. Так, телепорт. Сейчас сделаем. Так. Придется пробежаться, что делать-то. Вон как далеко мы от края этого мира. То есть, в смысле, от края земли через океан прошли.
Так, что нам нужно? Нам нужно уголь есть. Обсидиан нам нужно сделать. Найти. Сделать печку. И сделаем телепорт. Тогда. Так. Есть здесь где-нибудь обсидиан у вас, ребята? Если вам не жалко. Мы сейчас посмотрим, что вы тут имеете. Так. Посмотрим. Так, так, так. Тут у вас даже горта не видать, не то что обсидиан. Ну, обсидиан может вот здесь вот быть вполне. Ну, посмотрим, пошукаем. Так, фонарики. Привет всем. Обсидиан. О, отлично. Так, собираем обсидиан. Так, пока процессор надо сделать. Мы его, кстати, потом захватим с собой вместе. Так, для процессора что нам надо? Для процессора у нас не хватает лиан. Есть ли тут у вас лианы? На дубах бывают. Колитесь. Где у вас тут лианы? Не вижу. Вон, вижу, 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 вижу. Вижу, вижу. Не потерять бы. Где я оставил этот? Так, процессор. Процессор. Печь. Для печи нужны блоки. Блоки сейчас сделаем. Так, пойдемте в пещерку, которую я там оставил. У меня там обсидиан сейчас соберется. Так. Мне, собственно, нужен только обсидиан отсюда. Больше от вас, ребят, ничего не надо мне. Так, что нам не хватает? Надо процессор поставить. Сейчас все в пределах сделаем. В пределах 50 минут. 5-10, а не 50. Что-то как-то безлюдно у вас сегодня. Очень странно. Вымерли, что ли, все? Так. Все, обсидиан есть. Забираем фонарик. Идемте. Сейчас все сделаем на месте прямо. Чтобы нам не оставлять здесь все в таком состоянии, как есть. Привет, крабики. Я знаю, вы не злобные. Так. Пойдемте наверх. Так. Ставим процессор. Где он у нас? Я же его делал. А, вот он. Так, ставим. Так, делаем мы что? Каменных полублоков? Так, деревянных полублоков. Вот. И мы тогда сделаем печурочку. В печурочку мы переплавим обсидиан. Бодрок у нас есть в достаточном количестве. 6 таких блоков, 6 таких надо. Отлично. Так. Он еще. Нет. Ну, я сейчас пока не пойду ничего собирать. У меня цель сделать сейчас телепорты, чтобы можно было вернуться. А нужен-то, собственно, один всего. До дома хотя бы, чтобы добраться. Так. Деревянные. Они делаются 10 секунд, да? Угу. А надо 6 штук. Но мне процессор с собой забирать придется, надо, поэтому я оставлять не буду его здесь. То есть дождусь, пока он все сделает. Так, 4. Угу. 6. Так, делаем печурочку. Ставим печурочку. Где она у нас? Что? Ну, совсем уже. Так, забираем этот. Так, печурочку можно уже поближе туда, к переходу поставить. Теперь осталось только чуть-чуть терпения. Так. Вот у нас тут как красочно все. Вдали должны фонари быть видно. Так, устал. Да, вот они видны теперь. Так, ставим печурочку.
Ставим печурочку. Плавим обсидиан. А так, ставим процессор, чтобы переделать обсидиан в полублоки. Так, не теряя времени, два блока, полублок точнее, еще два полублока. Называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не хотел делать печки и процессоры, так вот пришлось все равно в походном режиме. Так. Два. А надо 6. Хорошо, хоть магнетит есть. Ну, в принципе, магнетит там был, в пещерке. Край очень хорошо видно, край мира. Видите, прям обрез. Так, 17. Сколько он делается тут? 30 секунд. Господи. Как долго. Как раз, кстати, один всего у нас и есть. Повезло. Ну ладно. Мы могли его и там взять все равно. Так, еще два. Осталось. Еще два. Минуточку терпения. Так, домой у нас есть. А чем запрограммировать? Лианами, что ли? Нет, лианами нельзя. Не знаю, камешками, может быть. Даже не знаю, чем. Ну, можно вот, в принципе, таким. Мертвой растительности. Так, забираем. Делаем телепорт. Крафтится сразу два, поэтому... Ну, а нам нужно один всего. Так. Так. Куда? Домой. Где у нас деревяшки? Деревяшки домой. В принципе, можно грибами запрограммировать. Можно вот такую растительность, можно вот такую. А давайте вот такой обычной землей запрограммируем. Пусть будет. Так, все, домой идемте. Так, ну вот, большое путешествие на восток мы сделали. Вот, кое-что по дому построили. Выглядеть стало все поприличней. Ну вот как-то так. Так, ну вот наш домик теперь уже так выглядит. Ну что ж, ладно, на этом заканчиваю данный курс. С вами был Хулио. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите также на канал Гамадрила. Всем удачи, до свидания всем.